Оранжевый уровень небезопасности из-за тумана ввешен в Беларуси на субботу 10 листопада. По информации синоптиков, туман заховается на территории всей страны. Бачность на дорогах складе усяго каля 100-200 метров. Температура поветра у нашем регионе чакается до 3 градусов тепла у ночи и до 4 у день. Подобный характер надворья заховается и в неделю. У понеделок ранится махчимы мокрый снег. У день будет без опадков и до 2 тепла. У вечера температура опустится до минус 3 градусов.